Дамы и господа, приветствую вас. Сегодня мы посещаем место, бывший детский лагерь Ленинградец. Одна часть территории отдана под базу отдыха. Другая, прибрежная часть, отдана под строительство коттеджей. А другая часть, одна третья, полностью заброшено. Сегодня мы посетим данное место. Посмотрим еще сверху, как это все выглядит. Вот в какое-то здание зашли. Это типа сауна. Сауна разобранная, но отделка хорошая. Может, стул? Тут светильник остался. С внешней стороны как смотрится прачечная сауна. Там база отдыха. Вот так вот лагерь сейчас выглядит. Свободный вход. Как говорилось, турбаза есть турбаза, народ, лето, шашлычки. Работает, кстати, свежий провод. Вид отсюда. Опа. Вот такая вот водонапорная башня. Лестницу уже внутри все распилили. Вид сверху вы видели. Все уже в негодность пришло. Один скелет.
Тут, насколько понимаю, была котельная. Вот, сейчас идем в четырехэтажное здание. Вот так вот мы заходим. Ну, как бы особо тут показывать нечего. Тут один мусор. Народ повыкидывал книги. Вот еще хлам. Тут я как бы не первый раз сюда приезжаю. Тут в некоторых книгах были монеты. Сейчас поглядим, что с монетами. Вот тут просто так открывал и попадали монеты. Ты тут что забыл? Пойдем-ка на улицу, выпущу тебя. Беги, дружище. Давай-давай. Вперед. Из песни. 5 июня 17 года их было четверо, остался только я. Помол, помогите. Тут более похоже, что кто-то обитал. Тоже литература осталась, всякий остальной хлам. Это уже комната похожа на то, что кто-то жил. Монетки наши. Да, двое вылупились. Итак, сходили, посмотрели, что все уныло. Сохран как бы незначительный, практически его нету, так что, коллеги, это поселок Цвелодобово, от него еще надо проехаться по дороге, но хотя вам решать, ходить сюда или... Всем спасибо за просмотр. До следующих встреч.